В этом ролике я постарался и серьезно затроллил своего друга в Майнкрафте. Это было жестко, потому что он же еще мелкий. Но сказать по правде, это было реально смешно. Поэтому прямо сейчас поставьте лайк на этот ролик. Поддержите этот видос своими лайками. Не забудьте нажать на кнопку подписаться, это реально очень важно. Нажимаем прямо сейчас. Давайте, кликайте, у вас 3 секунды. 2, 1, 0. Все, не успели. И давайте сыграем в игру. Вокруг меня появились буквы. Из них вам нужно составить всего лишь одно слово. Подсказка, это слово связано с Майнкрафтом. Больше подсказок я вам не дам. Думайте, что это за слово сами. И напишите ответ в комментарии, если вы догадались. А мы начинаем. Нет, Владус, не уходи. Мне страшно. Тут кто-то есть, я не шучу. Да, конечно, кто-то есть. Я же только что тут был. Карапуз, все, но мне нужно ненадолго сходить. И все, я до магазина и вернусь. Ну, пожалуйста, не надо. Да не надо! Все, карапуз, давай, покедово. Я скоро приду, 20 минут. Че ты мне машешь? Только что ж плакал. Дурак малолетний. Все, я ухожу и... Я отключился от Дискорда. Тихо, ребята, это я сделал не просто так. Зачем мне факел, если я могу нажать всего лишь на одну кнопку? Оп! Все. Теперь все встало на свои места. Дальше я возьму зельку невидимки и посмотрим, что же делает карапуз дома, чтобы... Опа. Привет, друзья, с вами снова я, карапуз. Не понял, что это он тут делает. Я записываю свой очередной ролик на мой канал по Майнкрафту на Ютубе. А, он что, видос что ли записывает, пока меня нет? Вот чем он занят дома, когда я ухожу, значит. Ребята, я не шучу. Этот дом проклят. Блин, опять страшилку какую-то снимает. Кстати, да, карапуз же тут недавно канал создал, во. И, кажись, правда, записывает видосы себе. Тут кто-то есть. Или ест. Что за звук? Давайте я отлечу подальше и подготовлюсь к первой ловушке. Раз карапуз так боится, мы его сейчас капец как напугаем. Звеним ему в дверь и ждем, пока он откроет двери. Конечно же, встанем сюда, чтобы... Ура, ура, Владус! Ага, Владус, что-то тут нет никого, карапуз. Какой Владус, ты это о чем? Тут вроде никого не было. Да тебе послышалось, наверное. Показалось. Да, давай, уходи. Конечно, показалось. Давайте подождем, пока он уйдет подальше. Посмотрим, где он там. Во, все, как раз. И нажимаем еще разок. Это прикол будет. Ну-ка. Ой-о, карапуз. Ночь на дворе. А в двери кто-то звенит. Да, карапуз. Что-то еще разок зазвенело. Что за фигня? А вдруг это... Страшный монстр! Да блин! Да, карапуз. Оп, ушел! А тут еще звонок. И еще, еще звонок! Ну все, мне кажется, он сейчас с ума сойдет. Куда это он смотрит? Ребята, что он хочет сделать? Че он кого-то увидел, что ли? Капец, мне уже самому страшно немножко стало. Вдруг он реально призраков видит? Давайте сделаем, знаете как? Я тогда позвоню в дверь. И открою двери. Жесть, он вообще, наверное, обкекался, если честно, в этот момент. Карапуз, все нормально. Конечно же, он меня не слышит, я специально так... Это он куда? А что он залег-то за кровать? Кажись, он реально напугался. Ладно, уходим от него. Дальше мы сделаем реально классную ловушку. Давайте дверь вот эту всю закроем. Я что, не так. Я что? Стекло какое-то, что ли? Он с базукой сюда идет! Ёлы матрешки! Давайте дверь тогда закроем вот так вот. Видимо, да, карапуз, видимо, да, все. Мы его немножко перепугали, напугали, и теперь мы делаем вот что. Вы, возможно, скажете, что это ты ловушку-то то же самое делаешь? Нет, это будет нифига не та же самая ловушка. Давайте возьмем деревянный топорик. Да, просто те, кто подписаны на мой канал, уже видели, наверное, похожую ловушку. Дальше мы прописываем команду. Set 0. Блин. Вот так вот. Все, пойдет, это идеально. Я думаю, так много нам этого дела не надо, поэтому здесь мы закроем. Сет 2, все, отлично. Сейчас вы поймете, что я делаю. У нас есть очень много портальных пушек. И знаете, они мне сейчас все понадобятся. Берем портальные пушки. Желательно разных цветов, конечно, но этих всех хватит. И давайте левой кнопкой мыши. Раз, два, три, четыре. Ровно 4 пушки, ровно 4 портала. Нет, это не выбери правильный портал в Майнкрафте, чтобы выжить. Это кое-что другое. Сейчас мы заделываем здесь вот этой травой. Вы спросите, а что она такая тонкая? Ну смотрите, если мы на нее наступим, она как бы развалится. Понимаете, в чем прикол? Теперь все быстренько заделываем и отлетаем куда подальше. А, например, вот сюда за дом, чтобы карапуз ничего не заметил, ничего не заподозрил. Дальше мы выделяем здесь огромную территорию и кладем сюда лаву. Ой, прости, коняшка, я не хотел это сделать. Чтобы лава лишний раз не разливалась, мы сделаем вот такие опоры. Все, пойдет. Это огромный слой лавы. В
Взлетаем в самый верх. Сейчас я вам покажу, что я хочу сделать. Прописываем еще одну команду. Ап-1. Опа, все готово. Дальше мы заставляем вот так вот ее травой. Ой, ребята, это будет очень смешная ловушка и очень-очень классная. Помните, мы нажимали портал левой кнопкой мыши, теперь правой кнопкой мыши. Раз, два, три и четыре. Все, у нас есть 4 портала, и вы знаете, куда я пройду? Вот туда, где у нас та самая трава. Это что такое? Ну-ка, геймод. Ну-ка, геймод 3. Офигеть! Карапуз, тебе не стыдно! Так, все, звеним ему в дверь, значит. Давайте, геймод 1, зельку невидимки еще раз бафну, только подальше. Вон там наши порталы, их отсюда, правда, не видно. Но они есть, видите, вот эти кружочки заполнены. Карапуз получил достижение. И кирка без дела ржавеет. Да там не только кирка у него ржавеет. Давайте, звоночек в дверцу и ожидаем, пока карапуз выйдет. Давай, давай, выходи. У него, блин, окно прям в ванной. Жесть, жесть, жесть. Все, он идет, ребята, он идет. Карапуз! Так бывает. Карапуз-телепуз решил поплавать в лабе. Так, что ты переживаешь? Давайте быстренько заделаем эту ловушку, и он выйдет из дома еще раз. Чекайте, ну это ж карапуз, это 100% так произойдет. Он сейчас зайдет домой. Давай, давай, карапуз. Я в тебя верю. Давай, давай, давай. Опа! Ну, дурень, дурень. Я не знаю, что тут еще сказать-то. Карапуз-телепуз разбился на смерть. Ну, бывает так, бывает. Ладно, ладно, ладно. Все. Давайте заделываем эту ловушку. А то он будет в нее бесконечно попадаться. И эти порталы нужно все убрать. Вот так вот, вот так вот. Ой, что-то в животе крутит. Ну нет. Он опять сейчас до туалета же пойдет, засранец. Ладно, я придумал кое-какую темку. Ну да, конечно, он... Ну да, конечно, он... Все, уходим. Так, короче, это будет реально интересно, ребята. Мы берем блок дуба. Во, оно нам надо, понимаете? Дальше мы берем дубовые листья. И сейчас ставим здесь пенек. Дальше от этого пенька якобы упало дерево вот таким вот образом. Смотрите, вот так вот. И здесь вот так вот мы расставляем листву, смотрите, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Типа якобы реально деревце свалилось, но ничего страшного. Вот такое мелкое деревце. Теперь смотрите, что я могу делать. Опа! Но это еще не все. Привет, подписчики, с вами я, Карапуз. Он же только что ролик снимал, уже снова новый видос снимает. Так, смотрите. Оп, все, мы с вами легли. Сегодня мы будем жарить бекон. О, что это он там снимает, интересно знать. Теперь что мы с вами сделаем? Давайте я просто щелкну пальцами. Готовы? 3, 2, 1. Упс. А что это такое? А кто это такое у нас, а? Я превратился в мелкую, маленькую, милипусечку девку. Теперь мы с вами вот что сделаем. Давайте выкинем, вообще все вещи выкинем. Жарится. Все, да, пускай он там жарит что угодно. А мы с вами нажмем одну кнопку и ляжем. Ну, немножко не так лег, конечно. Давайте вот так вот сюда отойдем, вот так вот сюда. Потом, опа, все, блин, меня дерево придавило. Так мы и карапузу сейчас в чат напишем. А еще поставлю фейковый ник. Опа. Твой ник теперь карапузка. Я говорю, помогите, дерево упало. О, нет, прям на меня. Жесть. Выглядит это, конечно, очень странно. Давайте ждем реакцию карапуза. О, бежит уже, бежит, красавчик. Смотрите, мужчина в расцвете сил. Оп, защитник пришел. А ты что автомат-то взял? Перевет, карапуз. А он куда? А ты что? Я думал, ты спасешь меня. Во, карапуз, во, делово дает. Блин. А что мне теперь делать? По дереву, что ли, валяться бесконечно? Ты что, карапуз, спасай. О, бежит уже, бежит, красавчик, смотрите. Оп. Иду. Давай, так я тебя жду уже. Мимо прогуливаюсь, вот. А, мимо прогуливаешься, ну да. Ничего не замечаю. А, конечно, а костюм бизнесмена зачем надел? Ну, он прям как Леня, вы посмотрите на него. Ух ты, вы кто такая, леди? Я говорю, помоги мне, придурочный, какая леди? Ты что, дурак, на меня дерево упало? У меня есть друг, он мне кое-что подарил. Вот что. Ты дурак, ты... Откуда взял эту скрипку? Ты чё? Зачем ты играешь грустную музыку? Я чё, сама себя должна спасать, что ли? Я говорю, убери дерево! Ты чё, фотик достал? Ты чё делаешь? Ты дурак, что ли? Ору. Я говорю, дурак, блин, все, я встаю и обижаюсь, короче, на него и уходим. Ну, у тебя и рожа. Ты, блин, дурак, не
нельзя так с девчонкой разговаривать. Ребят, что он вообще говорит на меня? Вот же, все, я пошла, конечно, к нему домой тогда. Ты такая крутая, пошли чебуреки жарить. А, сейчас, конечно, я посмотрю, что у тебя там дома. Сейчас я гляну у него, что-то... Канал, на котором подписчиков нет. Так, сейчас я ему напишу. Да, я крутой, это мой канал. Я говорю, ну ты лошара, у тебя 0 подписчиков, ты чё? Смотри, какое оформление. Чего? Ты шо вякнула? Ты как со мной разговариваешь, карапуз? Я... Не, ну карапуз это вам не Лёня, как говорится. Тихо. Так я стою вот-вот-вот без быстрых движений. Так, конечно же, взяла телефон в руки и подписалась. Ай, извини, у меня телефона рядом. Ты что делаешь? Ладно, пойду пока что в комнату. Сейчас он вообще от меня офигеет. Иди сюда. Все-все-все, вот так вот и иди. Упс. Что это было? Че он с фотиком пришел? Ты че, дурак? Уйди отсюда, не фотографируй меня! Это неприлично! Ребята! Ой, ребята! Че он там хочет сказать? Эта девчонка такая крутая! Мне она понравилась! Я бы с ней даже это базукой поделился! Вот какой джентльмен! Нафиг мне нужна эта базука-то твоя! Ну я хз, что делать? Правильно как? А и вот это вот все! Она сказала, че я лох! Было дело, было. Конечно, блин, у тебя же потому что не 0 подписчиков. Почему там старая картинка висит? Ну, ребят, вы же реально подписались уже на канал Карапуза-то. Подпишитесь, плиз, на канал. Ну, пожалуйста. Ну, ребят, посмотрите, как он просит. О, я и сам подпишусь с 3 аккаунтов. Нет, с 4 аккаунтов. Так, сколько у меня каналов есть? Владус, Владус Майнкрафт, Владус Бравл Старс, Владус Мармеладос. Да, с 4 аккаунтов я подпишусь. И Леню попрошу подписаться. Вы, короче, вы подпишитесь, и она моя. А я ща. Тихо-тихо, он, наверное, ко мне идет. Принесу кое. Ей. Блин, все, садимся. А, руки моем тут. А, да, карапуз, неси скорее. Хам. Ладно, все. Здрасте. О, спасибо. Ой, я у тебя тут жарить что-то начал случайно, все. Выключай, как выключить? Стой тут, не выходи. А, ну хорошо, хорошо. Где мне туалетку принес? Фу, блин, я случайно. Что это он там делал, интересно? Привет, карапуз. Крошка моя, я по тебе скучаю. Ну-ка, это, что-то мне кажется, что он здесь что-то намудрил. Миллион подписчиков! Да ладно, да ладно, да ладно. О, нифига. Я и не заметил. Я говорю, офигеть, ты крутой. Да я просто в популярный, чё. Не удивляет. Не удивляет, да, карапуз? Ну ладно, чё. Ладно, я пойду тогда, чё. Мне кажется, что это все фейк, фальшивка, там все дела. Все сваливаем от него быстрее. Давайте гемот... Не успел, не успел, не успел. Мне нужно включить гемотри. Ты куда? Я говорю, я скоро вернусь. Как только у тебя будет реальных 50 тысяч подписчиков, я снимусь в твоем ролике, карапуз. Все. Теперь карапуз будет подписчиков набирать. У меня миллион! Ага, миллион у него, конечно. Это же фотошоп какой-то. Все, убегаем. Гемотри включаем. Сейчас я должен записать кое-какое обращение к подписчикам. Дорогие подписчики, я очень прошу вас сделать одну вещь. Реально, мне очень понравилась эта девчонка, поэтому подпишитесь на канал, пожалуйста. Вот здесь кнопка. Это мой канал, подписывайтесь. Пускай она офигеет, сколько у меня подписчиков, пожалуйста, ребята. Вот просто нажмите на кнопку и все. Я многого не прошу вас, пожалуйста, ребята. Все, ладно, мне нужно отдышаться, я пойду попукаю. Подписывайтесь, пожалуйста, пока.